Привет-привет, мои прекрасные друзья! Поздравляю вас с добрым утром и с хорошим днем. Смотрите, что я тут развожу. Это мои фонарики, они ночью светятся. Видели? Они вот с такими элементами. Кто угадает, что это я рассеяла из семян, тот получит большую-большую сладкую конфету, как в мультике. А вот мои Ваня и Петя. Это другие, это их двойники. Остальные живут у меня на даче. Это то, что мы из отеля с вами взяли. Будем рассаживать. А вот это вот интересненькое растение. Я заметила, что его нет в Болгарии. Привезла семена. Это, кстати, деревья будут. Но посмотрим. Хотела вам показать вот эти вещицы. Растения. Но это не главное. Хотела поговорить об интересных признаках счастливых людей. Сегодня сделала их 4. Первый признак. Надо всегда быть человеком в любых ситуациях. Второй признак. Любое дело надо делать с удовольствием. Третье. Надо сливаться с природой. И четвертое. Ну, это взнос в наше счастливое общество. Надо делать доброе дело своими руками. Если вы осчастливите хотя бы одного человека в день, уже хорошо. А теперь я хочу вам сказать вывод, который неожиданно пришел ко мне в голову. Вы знаете, вот те, которые наверху сидят, они абсолютно несчастные люди. Вот они не могут быть человеком, потому что заняты властью, завоеванием и так далее. Второе. Я не думаю, что все, что они делают, делают с любовью. То, что они делают, делают с любовью. Так вот, что-то я не думаю. Судя по действиям в верхней части, которые считают себя, я не знаю, называют это пеной, они называют на букву «Э». Немножко такое элитарное. Хочу, чтобы мне зарубили ролик, поэтому я аккуратненько. А то я там сделала ролик про родину, и он не прошел. И никак не проходит. Хотя я показывала всего лишь дачу и растения красивые. Да, так вот вывод. Ага, ну про слияние с природой там вообще некогда. Кто в бункере, кто еще где-то. Ну, в общем, не до природы там. Ну, и делать добрые дела своими руками, это вообще в голову никому не придет. Так вот, какой я вывод сделала на основании этих признаков. Вы знаете, нами правят абсолютно несчастные люди. У них нет 4 признаков счастья, понимаете? Я не хочу сказать, что их надо пожалеть, но какая-то убогость в этом есть. Она достойна жалости. Ну, не знаю, у меня другие какие-то чувства противоречивые. А помните, я снимала улитку и сказала, вот она растет как из ничего. И сделала вывод, что земля тоже растет и всем всего хватит. Так вот, сегодня я вывод на основании счастливых людей сделала, что они несчастны. Ну вот счастливый человек никогда не будет начинать какую-то трататушку, что-то завоевывать, отнимать. Я уже молчу про то, что, не дай бог, я их сейчас скажу, лишать жизни. И вот не хочу говорить то слово. Кого-то другого. Но вот не будет. У меня, видите, еще есть и калачки, и маки. Буду размножать. Я люблю полевые травы. Так что они такие вот, как почтальон Печкин без велосипеда. Счастливый человек, повторюсь, никогда не начнет ничего плохого. Он будет только созидать. Вот такой интересный вывод я сделала сегодня, анализируя вчера счастливых людей. У меня был вчера очень интересный день, день рождения моего сына. Мы были на Ауди, меняли лампочки. Ну, а вечером уже ребята там гуляли. Детки, так что как-то так. Наблюдайте за природой, за морем, за моими цветочками. Потом съедем на дачу, может быть, что-то я там должна посадить. У нас гроза сегодня обещается. Посмотрим. Небо уже исполосовали или не очень. Я люблю наблюдать за работой полосателей. Полосателей неба. Вот такая есть еще работа. Ну ладно, наверное, нужно уже попрощаться. Утро с Галой вот так проходит. Ну вот угадывайте. Попробую размножить их. Это не для дачи, потому что это деревья. Я посажу их здесь, где-то рядом с нашим комплексом. Ну все, вот птички говорят вам, что они вас любят. Такой вот морской
и зеленой любовью. Я вас тоже обнимаю и люблю. Как счастливый человек счастливых людей. Жалеющие убогих несчастных, которые считают себя верхушкой, пенкой. Пенку сдуть и нет ее. Ну что, обнимаю вас морской любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья.